Огромный привет, друзья! С вами Виолетта Маурер или просто Ви, и сегодня мы поговорим с вами на тему привлечения новой аудитории на наш Инстаграм абсолютно бесплатно. Это будет органический метод, который вы можете использовать сейчас, пока это может приносить вам огромное количество подписок без какой-либо рекламы, без гивов. Так что, друзья, если тема вам Инстаграм интересна, обязательно оставайтесь со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх. Любые другие плейлисты вы можете посмотреть у меня вот здесь или вот здесь. Также все остальные видеоролики по теме Инстаграма, путешествий, косметики, похудения смотрите в описании ролика. И обязательно, конечно, не забывайте комментировать. Всех люблю, всех целую. Поехали! Сегодня тема нашего ролика — это маски в Инстаграме. И давайте начнем по порядку. Что такое маски? Маски — это то, что было не в самом начале Инстаграма. Маски появились после того, как появились сторис, и они издавались только самим официальным Инстаграмом. Долгое время мы могли пользоваться только вот таким вот рядом масок. В принципе, нас всех это устраивало, и больше нам не нужно было. Через время начали появляться маски у таких популярных и крупных блогеров, как Кайли Дженнер, ну и остальные. К примеру, Кайли Дженнер приурочила свою маску к созданию ее коллекции новой помад. Но это было таким недосягаемым, и никто даже задуматься не мог, что сейчас можно будет создавать самостоятельно маски. Все это было слишком элитарно. Элитарно — это значит, только элита могла этим пользоваться. Можно сказать, элита. Через время эти маски начали появляться у обычных людей. Да, у блогеров, но обычных людей, не звезд. И мы начали задумываться, может быть, это может делать каждый? Но все это отмахивало словами людей, которые создавали маски. Они говорили, ой, это сложно, там нужно, например, там, пройти 6 кругов ада, потом подать заявку в бета-тестера. Чтобы вы понимали, Инстаграм, он связан с Фейсбуком, потому что Инстаграм есть программа Фейсбука. Фейсбук одобряет людей, которые будут бета-тестерами, то есть людьми, которые будут тестировать их маски. Кого не спроси, даже когда начали появляться блогеры с обычной аудиторией, создававшие маски, они не отвечали, не раскрывали секреты, потому что, ну, кто будет делиться секретами? И вот совсем недавно, да, я вам рассказываю такую краткую историю, я начала замечать, что у моих блогеров, друзей, начали выходить такие маски. Естественно, я не могла не задать им вопрос, как они это сделали. И также они мне отвечали, что они подавали заявку на бета-тестеры, но им одобрили. Я подумала, почему бы мне не попробовать. И совершенно недавно я попробовала изучить этот момент, хотя я не приступала к нему только потому, что я считала, что это очень сложно. Но, как вы понимаете, где сложно, скорее всего, очень просто, от слова «рост». То есть, оказалось, что эти маски на самом деле не так уж и сложно делать. Все, что вам нужно, это... Да, сложность заключается в том, что вы должны знать английский язык и должны знать частично владеть фотошопом. Для меня и для блогеров я считаю, что это вообще не составляет труда, но разобраться, даже если вы сейчас не знаете ни английского, ни фотошопа, вам, обычным людям, ну, обычным, сори за название, будет тоже легко, потому что сейчас уже... Даже вот вышли на русском, вы можете на YouTube вести, как сделать маску. Я надеюсь, что когда видео это будет на канале, вы уже сможете использовать мою маску, поэтому обязательно подписывайтесь на меня на Instagram. Там у меня много интересного и полезного, там я всегда 24/7 онлайн. Ви Маурер. Да, и Маурер сказал Маурер. Сейчас, с 10 августа, Facebook дал разрешение каждому человеку возможность стать бета-тестером. То есть вам всего лишь нужно сделать маску по правилам. По правилам я сейчас не буду рассказывать все правила, потому что это видео не о том, как создать маску, это видео о том, что я хочу донести до вас мысль, что каждый человек, если он захочет, он может сделать все, что угодно. И вообще мой канал всегда хотел показывать и доказывать людям, что если у вас есть желание, то вы всегда сможете сделать то, что вы хотите. Так вот, маски в Инстаграм вы можете сделать сейчас абсолютно бесплатно и получить новую аудиторию. Что значит получить новую аудиторию? Как получить ее? Когда вы создаете маску, чтобы ее получить другому человеку, ему просто необходимо на вас быть подписанным.
Соответственно, аудитория раз за разом на вас подписывается. Да, это не целевой трафик, то есть, возможно, это люди, которые вообще не интересуются вашей тематикой и подписались на вас только ради масок. В этом есть определенный минус. Но, друзья, что лучше, не получать подписчиков вообще или получать нецелевую аудиторию, но которой нравятся ваши маски? Да, я замечала за собой, что когда я начала углубляться в тему масок, я заметила очень много инстаграмов и масок уже очень много, хотя доступ только открыли. И то есть это маски только тех бета-тестеров, которые одобряли до 10 августа. Что будет потом? И я не знаю, но пока это тренд, его нужно ловить и изучать. Друзья, у меня было такое мини-включение, мини-инсайт. Я надеюсь, что вам нравятся такие подобного рода ролики. И если я буду вот так вот выходить без особо сильного монтажа, без какой-то прям сильной подготовки, да, но рассказывать вам какие-то тренды, делиться своими мыслями, скажите, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам это нравиться и вообще рады ли вы, если я буду это делать. Потому что это моя жизнь, и я вот сейчас с вами разговариваю, и, честно слово скажу, я даже не могу представить, что я это делаю. Почему? Потому что для кого-то камера — это... Для кого-то камера — это просто камера. Для меня камера — это жизнь, и как бы это глупо ни звучало, я чувствую вашу энергетику, когда вы пишете мне комментарии, когда вы смотрите мои видео. Для меня это безумно приятно, и когда я получаю от вас обратную связь, я не могу не оставаться грустной, я всегда на позитиве. Я очень хочу, чтобы вы знали, что даже если я здесь появляюсь очень редко, это не значит, что я больше не буду здесь появляться. Я никогда не покину YouTube, потому что, ну, я не буду зарекаться, но это то, что я люблю, это то, что греет мою душу, и я благодарю вас за то, что те, кто давно меня смотрит, смотрят, и если вы только присоединились на мой канал, знаете, у меня очень долгий путь был, чтобы снимать видео на YouTube, и сейчас тоже есть определенные моменты, по каким причинам я не могу снимать видео, я хочу, чтобы вы меня поняли, не обижались на меня, не расстраивались, но это такая, знаете, чисто сердечная речь. Вы можете следить и больше получать от меня инсайтов и моей обратной связи в телеграм-канале, потому что там я могу в любом случае там записать голосовое сообщение вам, поделиться своими мыслями. Также вы можете подписаться на инстаграм-канал, как я сказала, не забывайте подписываться на YouTube-канал. И от вашей активности здесь я буду понимать, насколько вам это важно. Также у меня есть бесплатный чек-лист 7 лайфхаков, как стать популярным видеоблогером. Тоже можете его скачивать внизу. Я вас всех очень сильно люблю. Я вернулась с Бали. Вот, и, возможно, скоро смонтирую вам влоги с Бали тоже. 3 месяца там жила. В общем, много всего у меня накопилось. И, наверное, для этого нужно отдельное видео. А сейчас пока-пока-пока.